Так, всем привет, компания OEMZAP, продолжаем осмотр автомобилей. Перед нами, смотрите, Kia Sportage 2016 года выпуск, 115 тысяч пробег, двигатель двухлитровый бензиновый G4NA. Лето в центральном регионе в разгаре, на улице плюс 17, и походу весь июль будет такой. Человек переживает, машинка не нравится, как работает кондей. Приехал вчера, хотел помыть радиаторы, в итоге... На машине вот здесь вот на решетке у нее нету защиты, многие ушлые, так сказать, автолюбители, они ставят такие решетки, сетки можно поставить, вот человек не ставил, и камнями радиатор побило, там соты загнуты, смыть нету смысла, в итоге он привез радиатор, сейчас мы радиатор кондиционером первым стоит поменяем, а второй радиатор помоем, заправим фреон, вот сейчас на данный момент машина на откачке, вот аппарат откачивает фреон. Разберем, автомеханик Михаил, он стоит, расскажет, как снимается бампер, как достать пакет радиаторов, помоет основной радиатор, после чего соберем, проверим и отправим машинку, не знаю, куда мы ее отправим, домой, наверное. Так что давайте понаблюдаем, как это делает. Лишнее. Через YouTube искал, где поменять, провести профилактику полного двигателя. Меняли кондиционер, радиатор кондиционера на новый. Старый был очень грязный. И заменили, поменяли антифриз, залили новый фреон. Очень понравилось, ребята очень оперативно работали. Когда я даже приехал, ребята сразу вышли, взяли ключи. Ну, то есть я вот здесь постоянно, каждый месяц. Ну, там, что-нибудь, колодки поменяю, масло поменяю. Ну, они уже знают. И очень отлично. Ребята очень такие приветливые, хорошие ребята.